Четвертое задание. Одна минута, максимальное количество повторений. Мальчики делают подтягивания, а девочки сетап пресс, подъемы корпуса на пресс. 15 секунд также у вас есть на переход. Дальше минута, мальчики делают сетап пресс, а девочки делают выпады. Сетап пресс судится по следующим критериям. Касание пола руками за головой, касание руками пола перед собой. Ступни друг к другу, колени в стороны. Выпады назад, касание коленом пола обязательно. Подтягивание делается как строгий, так и с раскачкой. Судится по следующим критериям. Полное выпрямление в нижней фазе и подбородок до перекладины.